Надо же как-то. Так. Опустить время. Можно? Ага, утро.
Блять, я ебал эту комнату. Эвакуация в гараж. Да. Что-то надо здесь, модуль кузова есть еще. Что за запчасти? Там топливо, да? Запчасти топлива берем. Так, это у нас, значит, дифференциал находится. Так, двигатель, да, у нас мощность увеличивается, надежность. Когда очень повреждение мощности падает, топливо повышается. Полностью переработан двигатель, мощность у него аппетит. Давайте такой поставим. Мало стоит, начинаем. Ну, ничего не будем ставить. Ладно, мы с ним. Вот это мы.